Кингисепп, Россия! Ямбу from Кингисепп, Russia! Александр Сергеевич Якушев.
Трехкратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Викторович Федоров. Поприветствуем всех почетных гостей. Добрый день, дорогие друзья, гости, участники турнира нашего третьего смены и просто любители хоккея. Я хочу сказать, что спортивный праздник, который проходит у вас в Москве, состоялся на высоком уровне по организации, по уровню подготовки наших молодых гидов, наших гостей. Спасибо. The chairman of the branch of directors of Medical and Chemical Company Europe, Dmitry Strezhnev. Уважаемые ребята, рад вас видеть. Мы все вместе в участке организации, но хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в организации турнира. Вот, а вам сказать следующее. Вам всегда ждут в Курске, на Московке. Всегда играйте, побеждайте, не хотите спорта на нашем карте номер один. Бейтесь, побеждайте за вас. Президент ночной хоккейной лиги Александр Сергеевич Якушев. Дорогие ребята, мне от имени старшего поколения хочется еще раз поздравить с замечательным турниром. Независимо от занятых мест, в этом турнире проигравших команд не было. Он позволил дальнейшим нам расти и достигать больших высот. Поздравляю! Сергей Викторович Федоров. Дорогие друзья, добрый день. Хочу поздравить победителей турнира, призеров турнира, всех ребят, которые участвовали в этом турнире с отличной игрой. Надеюсь, этот турнир вам поможет. Дальше ваша возможность когда-то профессиональной карьеры. Но у вас просто хочу поздравить с Днем города. Ура! Дорогие друзья, вот и завершился очередной турнир на призыв компании «Евразия». Мы благодарны всем, кто принимал участие в этом турнире. Я надеюсь, ребята, вам очень понравилось. Победил сердечный. И, дорогие новостовцы, с праздником, с Днем города! Также хотел сказать всем жителям Курской области, что у вас хоккей развивается, и он будет развиваться, потому что губернатор личным примером показывает, как надо играть в хоккей. Удачи! Награждаются игроки международного хоккейного турнира среди детских команд на Кубок минерально-химической компании «Еврохим». Лучшим бомбардиром турнира признан Фаизов Артур, номер 10, Юрбаты, город Салават. Любунов Кирилл, Алматы, Казахстан, номер 32. Далее за участие приглашается капитан команды Север, Ковдок, Давид Уткин, номер 6. The captain of the team 7.
for Russia, the city of Commodore David Уткин is invited for presentation of the Cup and Medal. Вручение кубка и медали за участие приглашается капитан команды Ямбур Кингисепп Дмитрий Черных, номер 10. The captain of the Ямбур Кингисепп, the city of Кингисепп, the Cup and Medals for participation. The captain of the hockey team is Ukraine. The captain of the hockey team Narva, Estonia, Martin Venokin, is invited for presentation of the cup and medals for participation. Огромное спасибо Сергею Витриос, Эспо, Финляндия, Йоси. Игроки команды Виктория, город Новомосковск. Наслаждаются медалями игроки команды Юрматы, город Салават. For the second place, Юрматы, the city of Салават, are awarded with medals. Совета директоров АО МХК Еврохим Дмитрий Степанович Стрежнев. The captain of the team is awarded with the cup. For the second place, the awarding is held by the chairman of the... Награждаются медалями игроки команды Алматы, Казахстан. Players of the hockey team Almaty, Kazakhstan, are awarded with medals. Первое место капитану команды вручает губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин. The captain of the team is awarded with the cup for the first place. The awarding is held by the governor of Tulsk. Внимание! Звучит гимн страны команды победительницы. Ваше мнение по поводу турнира? Турнир очень хороший, уровень с каждым годом растет, мастерство ребят растет. Мы рассчитывали немножко получше, вы знаете, где-то в подготовке сделали ошибку. Спасибо.